разговаривать. Простите, я, видите ли, потерял свои очки. Молчать! Мелош, да? Ты знаешь, что везут в грузовике? Знаю. Нас заставят рыть себе могилы. Передай, как только раздадут лопаты, я скомандую. Бей. Ладно. Отец, ты слышишь меня? Слышу. Когда раздадут лопаты, Юрий скомандует: бей. Понял? Понял. Передаю. Сосед, ты меня слышишь? Слышу. А лопаты зачем? В могилу тебя будем рыть. Могилу? Слушай, нам терять нечего. Когда раздадут лопаты, я кричу. Начинай. Понятно? Понятно. Передай всем, чтобы приготовились. Хорошо. Ну-ка, слышишь? Еще далеко? Через 10 минут будем. А ну-ка быстрей! Марш, марш! Марш! Доктор, господин доктор. А? Тише. Делайте вид, что вы ни с кем не разговариваете. Доктор, слушайте меня. Когда раздадут лопаты, Юрка крикнет: бей. Поняли? Понял. Передайте дальше. Ах, понял. Я передам, передам. Слушайте, девушка. Господин доктор, вы меня слышите? Да подождите, слушайте вы меня. Когда раздадут лопаты, Юра Горшанин крикнет: бей. Поняли, бей. Передайте дальше. Доктор, сзади решили так же. Только там условились, что Прокич крикнет: начинай. Хорошо, молодцы. Только передайте, что команду подаст Горшанин. Пусть будет одна команда. Хорошо, передам. Может, поживем, доктор? До гор близко, а там партизаны. Тише, тише. Может, и поживем. Эта прогулка пошла им на пользу. Ну, теперь давайте быстрее. Стой! Разобрать лопаты! Подходить по одному! Сами себе роют могилу, а лопаты берут с удовольствием. Рабы. Вперед! Марш! Вот здесь рыть яму! По местам! Пора? Рано. Я его. А ты? Обер-лейтенанта. Господин доктор, вот ваши очки. Пора. Работу, друзья! Бей!
фашистов! За Родину! За свободу! Забирайте оружие. Дорога к нам открыта. Ну вот, ей захотел и проснулся. Ну что ж, корми.